Здравствуйте, я Наталья Некрасова с автошколы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Начинаем вязание плед восточный. Сегодня у нас с вами первый элемент, центральный. Вязать мы будем постепенно, наращивая наш плед в обе стороны. То есть он будет симметричным. Мы вяжем первый элемент, вот он центральный. И со следующей части мы будем провязывать элемент и сразу надвязывать к нашему пледу. Поэтому нумеровать ничего не нужно, запоминать ничего не нужно, складывать потом ничего не нужно. Если вы собираетесь оптом собирать плед, соединять детали, то, конечно, не забывайте каждый раз, когда вы провязали какие-то детали, подписать нумерацию, чтобы потом не запутаться. Если вы будете соединять элементы сразу, связали, собрали следующие детали, и у вас плед закончится к тому моменту, когда мы свяжем последние краевые детальки, элементы. Первый элемент представляет из себя 19 фрагментов. Некоторые фрагменты по 2, по 3 и больше. То есть краевые будут вообще по 17 одинаковых элементов одного цвета. Поэтому буду говорить вам, сколько у меня фрагментов одного цвета в первой детали. Итак, первый элемент. Один раз синий, один белый, один синий, два рыжих, один белый, два голубых, один синий, один красный, один синий, два голубых, один белый, два рыжих, один синий, один белый, один синий. Каждый раз, когда вы провязываете элемент, сложите его пополам и убедитесь, что он у вас симметричный. Видите, у нас симметрия пойдет не только вправо-влево, но и вверх-вниз. Убедились, что у нас детали, видите, абсолютно симметричны. Значит, все верно, все соответствует тому, что мы с вами будем делать. И откладываем первую деталь. В следующем уроке мы с вами провяжем две детали, которые будем уже соединять с той, которую связали только что. Не потеряйте урок, подпишитесь на наш канал и до встречи в следующей части.